Чувство долга, чувство ответственности – это и определяет самое главное настоящего мужчину. Теплые слова, высокая оценка дзеянням у надзвычайной ситуации, повага за мужность и самоадданность. Прошу 14 дзён после пожару Сергей Перолома отрымал подзяку от кіраўніцтва Добрускага района и территориального отдела МНС. Але героем себе не лишить, говорить на его месте так поступил бы каждый. Немножко руки порезал, но тоже позаживало. 29 студеня Сергей выратовал на пожары в вёске Карма пенсионерку и трех детей, хлопчика и двух девчинок. 14-годовая Надея, якая пережила ту кошмарную ночь, с особливой теплынёй сустракая своего выратовальника. Привет. Ну, как дела? Нормально. Как рука? Ну, заживает. Ну, хорошо. Как Лёха? Нормально. Об тем, что полмем охоплена соседняя хата, каля 4 годин раницы Сергей подшел от мати. Неоткладно кинулся на место здарения и убачил в окне детей, якія кликали об допомозе. Отсутность даху, обгорелые стены и страченная маемость. Вот так зараз выглядая дом, где отбылся пожар. Складано уявить, что здарылося б, калиб на место здарения своечасово не подоспел Сергей. Очаг узгарания находился на веранде. Дети и их бабуля не могли покинуть помешкание проз уваход. Сергей разбил окно в зале, выломал раму и по чарзе вытягнул детей. Каб выратовать пенсионерку, пришлось лезть у помешкание. Детей забрала моя мать сразу, там руки были порезаны, казала первую медицинскую помощь, там перекись поперебинтовали, а потом они уже пошли к своим родственникам. Мати Надеи пагэтуль не оправилась от шоку, але вельми подячная своему соседу. Дякуючи самоахвярности Сергея, дети у семьи Рудзянок 29 студеня теперь будут означать свой другий день нараджения. Конечно, такой поступок, именно смелый поступок граждан, проживающих в этой деревне, он, несмотря на то, что сказал своей матери, что мама вызывает спасателей, и сам сказал, я побежал спасать, потому что знаю, что в доме находятся дети. Именно такие действия характеризует именно настоящего мужчину, настоящего спасателя. За проявленный высокий профессионализм при выратовании людей, звычайный рабочий Сергей Пераломов будет номинирован на звание «Выратовальник года» в областном конкурсе МНС. Однако, как признался сам народный выратовальник, для него самая высокая узнагорода – махчимость бачить своих соседей живыми и здоровыми. Александр Гамоля, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».